Олега Бадра же есть. Поисковый отряд «Газпром-добыча на дым» известен как «Феникс». Такое название ребята выбрали не случайно. В христианстве птица Феникс – это символ веры и воскрешения, вечной жизни и постоянства. Легендарная птица сгорает и возрождается вновь. Так солдаты и командиры Красной Армии погибли в годы Великой Отечественной войны и остались на полях сражений. Наша от трехлинейки. Ребята из «Феникса» увековечивают подвиг и сохраняют память о них. Поисковики знают, что это важно для истории страны и истории семьи, рода. Поэтому девиз отряда звучит так: «Из пламени в вечность». Но раз тут никто его не поднял, это мое мнение, значит, он вполне вероятно, что без каски. Так бы это сигнал был бы. Железо какое-то пошло. Что зовет наших добровольцев в дальнюю дорогу? В первую очередь стремление найти неизвестного солдата. Сотрудники компании надымских газодобытчиков понимают, даже спустя время нужно искать и поднимать защитников Отечества. И захоронить их надо по-человечески. Предать земле со всеми воинскими почестями. Самое главное достопримечательность — сердце Пскова, Кремль Псковский. Можно рассказывать тут днями про этот город, потому что он на самом деле очень уникальный. История Пскова насчитывает более 1120 лет. Древний город, город-крепость, город воинской славы. Его миссия – это защита страны с запада русской земли. Здесь построили крупные сооружения – каменную крепость. Она была уникальна общей протяженностью стен в 9 километров и, конечно, предназначением. Предки псковичей на протяжении многих веков храбро и мужественно держали оборону. Так было и летом 1941 года. Только немцы заняли Псков на долгих 3 года. Вот по левой стороне вот здание. Во время войны здесь была тюрьма. Гестапо, в общем, мучили людей, расстреливали там. В начале июля 1941 года защитники Пскова вели ожесточенные бои с войсками врага. Те наступали, и Красная Армия несла огромные потери. Фашисты оккупировали город и построили многокилометровую оборонительную линию «Пантера». Наши смогли прорвать ее в результате наступления в июле 1944 года. День освобождения Пскова, 23 июля, стал главным праздником города. У меня фрагмент от помза сколотый, да, а есть целый корпус, то есть чугунная такая болванка. Вот они так выставляли, сверху взрыватель. В поисковом отряде «Газпром-добыча на дым» основной костяк составляют работники управления «Ямал-Энергогаз». Готовятся к вахте памяти основательно. Зимой работают с картами, архивом, документами. Ближе к весне перед отправлением решают разные технические вопросы – снаряжение, экипировка, оборудование. А прибывая на место, ставят палатки, налаживают элементарный быт, обустраивают полевой лагерь. И в самом центре такого мини-городка размещают флаги. Похоже, пулеметное наше гнездо было. Потому что кучно в одно место откинуты. На поиски добровольцы отправляются утром. Определив квадрат местности, добираются до выбранной точки. Переговариваются по рациям. Объективно металлоискатель больше отвлекает, если все на щуп идешь. Mm-hmm.
потому что металл копать не накопаешься. Защитников безжалостно накрывало огнем, и до сих пор вся земля звенит. Так, аккуратно. Участники отряда пробивают почву металлоискателями. Без устали работают щупами, вгрызаются лопатами в грунт. Их восхищает выносливость и сила духа красноармейцев. Местные жители говорят, что лошади не могли здесь пройти в войну. А бойцы дивизии несли на себе все – оружие, обмундирование, продовольствие. И остались в этих лесах и болотах. Мы забыли, как пахнут цветы, как шумят тополя. Мы и землю забыли. Какой она стала, земля? Как там птицы? Поют на земле без нас, как черешни. Цветут на земле без нас, как светлеет река и летят облака над нами без нас. Строки реквиема Роберта Рождественского. Псков. Город воинской славы. Здесь по инициативе «Газпромдобыча на дым» появился памятник воинам-ямальцам – гранитная звезда. Несколько строк из стихотворения поэта-фронтовика Николая Майорова. Есть данные, что на территории Псковской области погибли 64 солдата, призванных на фронт из Ямало-Ненецкого автономного округа. Тут были бои, но недолгие. В течение суток наши отсюда начали отступать, и немцы заняли эту территорию. И чтобы обезопасить себя от партизан или от каких-нибудь там групп, да, диверсионных, чтобы они не смогли его занять и обстреливать их колонны, они взорвали вот этот дот, вот там дот, еще там три дота взорванных. Еще в 20-30-е годы Советский Союз принял решение о строительстве оборонительной линии на границе государства. Цель – обезопасить страну от возможного наступления врага с запада. Стали возводить укрепленные районы обороны. Их называли по основным опорным пунктам. К примеру, Островский укрепрайон строили с 1938 года. Спустя два года законсервировали, а в 1941-м ввели в строй. Здесь было 70 долговременных огневых точек. По этому доту есть огромное желание его увековечить тем, что сделать именно мемориал. Это инженерному, память инженерного искусства, именно вот инженеров, военных инженеров, да, чтобы надо было их спроектировать, построить, обеспечить всем необходимым. В лесу немало мемориалов, посвященных участникам и событиям Великой Отечественной войны. Но до сих пор остаются неизвестными судьбы защитников Родины. И ежегодно поисковики трудятся, чтобы найти и поднять из-под земли и даже из болот пропавших без вести красноармейцев. Начинаешь ощущать связь времен, на самом деле, да? То есть я прохожу по тем же местам, в которых когда-то воевал мой дед, проходил через эти леса, как боец Красной Армии. И я сейчас, его внук, нахожусь здесь же и поднимаю останки, возможно, его боевых товарищей, да, которые тогда погибли, может быть, прикрыв моего деда собой. И я считаю, что это тот минимум, который мы должны сделать для своих дедов. Поисковое движение стало развиваться с 50-х годов 20 века. Неравнодушные жители начали сами искать и перезахоранивать защитников Родины. К концу 60-х массовое движение развернулось по всей стране и объединило людей разных поколений. Появились отряды красных следопытов. В марте 1988 года поисковики официально заявили о себе в городе Калуге. 2023 год вдвойне юбилейный. 10 лет исполняется организации «Поисковое движение России» и 35 лет в вахте памяти со времен СССР. «Газпромдобыча на дым» активно помогает своим поисковикам. На выделенные средства отряд приобрел глубинный металлоискатель, бензогенератор, палатки, квадрокоптер, спальники, коврики, радиостанции, баню, лопаты. Отряд «Феникс» всегда признателен родной компании за внимание и поддержку.
Но мы справились. Мы сделали свое дело, ради чего мы сюда приезжаем. Это поиск. Это возвращение имен. Зовет тот долг, который мы должны отдать павшим бойцам. Чтить победу, ради которой эти бойцы погибли. Мы занимаемся тем, что ищем бойцов, которые погибли во время Великой Отечественной войны. При нахождении бойца мы начинаем процесс эксгумации, то есть поднимаем его на поверхность. Патриотическая и просветительская работа по вопросам истории Великой Отечественной войны – одно из направлений работы отряда «Феникс». Поисковики хотят, чтобы школьники видели, знали и понимали, как важно беречь историю своей страны. Показывают находки, проводят мастер-классы и всегда приглашают в ряды активистов. Каждый доброволец гордится своими предками. Личный пример необходим, когда речь идет о значении подвига на фронте и в тылу, о преемственности поколений и связи времен. Сегодня я узнал, что самое главное – это, опять же, найти своих предков, возможно. Когда родственники этого погибшего солдата узнают о том, что вот он нашелся, вот, и тебя тоже эта гордость переполняет, что вот ты помог. Каждую весну, начиная с 2015 года, сотрудники «Газпром Добыча на дым» выезжают на места былых сражений в Псковской области. Находки военной поры становятся экспонатами музея на Баваненково. В этом году вместе с единомышленниками они обнаружили и подняли останки 137 бойцов Красной армии. Все погибли у деревни Александрово Себежского района. Ранее часть отряда «Феникс» провела раскопки в Невельском районе. Найти документы или зацепку, благодаря которой получается разыскать данные в архиве – огромная радость и поисковая удача. Еще со школы я понял значение слов, написанных Ольгой Бергольц. Никто не забыт. Надежда всегда у нас одна – найти солдата и установить его имя. И когда оно находится, это непередаваемое чувство. Все это не громкие слова, а конкретные действия. Наши герои живы, если мы помним, должны помнить и обязаны беречь историческое значение Великой Победы. Итогом нашей большой совместной работы стали найдены и поднятые останки советских воинов. У нас несколько бойцов именных, один из них офицер. При нем была табличка, его сослуживцы на алюминиевой табличке гвоздем выцарапали, выбили надпись о том, что он погиб смертью храбрых, защищая нашу родину. Поисковый отряд «Феникс» ведет работу горькую и в то же время светлую. Наша священная память, наша благодарность поколению победителей, наша правда. Так здесь говорят о поиске, ставшем делом всей жизни. –